Bella. Белка. Ай. Чудо в перьях. Огромный всем привет! Достала сейчас хлебопечку и хочу сделать хлебушек. Хлебушек с творогом. Для хлебушков 500 грамм нам потребуется хлебопечка сама, 160 миллилитров молока или воды, 80 грамм вот такого коттедж чиз, это домашний сыр, его еще называют. Вот такой вот, видите, он крупинками. Но я думаю, что если крупнозернистый такой творог, тоже подойдет. 80 грамм, одно яйцо и 20 грамм масла или маргарина. Вот я уже сюда положила кусочек масла, 20 грамм. Половина пакетика дрожжей сухих. В пакетике 7 грамм. Вот половина от пакетика. Вот у меня как раз здесь половинка осталась. Потом пол чайной ложки соли, столовая ложка сахара. И мука 330 грамм. Вот. И, как всегда, сначала жидкие ингредиенты. Все комнатной температуры у нас. Добавляем. Потом яйцо с маслом. Затем сюда же, в чашу, добавляю творог. Добавляю соль, сахар, муку, и дрожжи сухие сверху. Все. И ставлю чашу. Вот это так немножко краешки отряхаю. И ставлю чашу в саму хлебопечку. Так, посмотрим, как тут сейчас поставим. Ага, вот поставила и включаю на программу быстрый хлеб 500 грамм. Вот так все выглядит. Закрываем крышечкой, включаем в розеточку, и теперь нужно выбрать программу. У меня это номер 4. Вот быстрый хлеб, средняя прожарка, пожалуй, темную я сделаю. Как это можно сделать? Сейчас проверим. Так, это у меня новая машина, поэтому я к ней еще не привыкла. Вот, и все, можно теперь включать. Вот, и там начинается процесс замеса теста. Вот. Такой вот аппарат я себе приобрела. Муки-то много запасли. Надо теперь ее использовать. Вот хлебушек уже испекся. Только что прозвучал сигнал. Я выключила. Сейчас буду доставать. Взяла полотенце, чтобы не обжечься. Конечно же. Вот. Достанем сейчас ведерко. Так, надо его немножко крутануть. Вот. Такой вот хлебушек. Сейчас я его вывалю отсюда, из этой формы, на полотенце. Ну, две руки мне нужны, поэтому сейчас покажу вам, какой хлебушек получился. Вот такая вот буханочка получилась. Видите, небольшая, симпатичная. Такой вот хлебушек. Вот, горяченький. Корочка хрустящая, но мягкий. Вот, замечательный хлебушек. Делаю уже второй раз такой. Всем очень понравился, особенно мужу. Так что я рада, что он его много ест, потому что я сама съела только маленький кусочек, попробовала. Маслицем намазала. Вкусно.
Вот. Сама стараюсь хлеба поменьше. Чуть не забыла показать вам хлебушек в разрезе. Вот такой вот он получается. Это все, что осталось уже на следующий день. Вот такой вот красивый, пропеченный, слегка желтого цвета такого. Иногда крупинки вот эти творожные встречаются, но они почти все разошлись. Очень вкусный хлебушек, ароматный. Нам очень понравился. Вот, наконец-то косим траву. Вот Кристина у меня тут расположилась. Кристина! Вот, травку скосили, хорошо стало. Вот. Она так быстро поднимается, что ее можно косить каждые 3 дня. Вообще, только скосишь, уже опять можно по новой начинать. Соловьи поют, еще день, все равно заливаются. Ой, а вечером, когда уже темно, песни со всех концов. Просто целая куча соловьев. Наверное, в прошлом году очень много их вывелось. У нас тут такой оазис, никто за ними не гоняется, врагов тут у них мало. Кустов много, так что им тут раздолье. Я этому очень рада. Вот у меня ирга зацвела, которую мы в прошлом году посадили. Деревья вот такие вот высокие. Вот она в таком интересном виде растет. Правда, все ягодки достались птичкам. Вот это у меня вот эта сушилка для белья. Просто ее убрали на тот момент, чтобы покосить траву. Но я уже себе купила другую, я вам показывала, по-моему. Вот сейчас попробую сама установить. Поможет у меня получится. Или мужа попрошу. Вот она, новая вешалка, карусель для белья. Вот сейчас открываю. Тут есть такой штырек. Кто-то ко мне подошел. Чья-то любопытная мордашка. Да, любопытная мордашка подошла. Все ее интересует. Все интересно. Любопытно. Вот сейчас открою, и вот здесь такой вот есть штырек, как бы винт. Его надо вкрутить в землю. Попробую, получится у меня или нет это сделать. Вот такая вот штуковина. Надо ее в землю загнать. Да? Где трава? Куда трава делась, а? Куда делась трава? Ты думал, это твоя игрушка новая? Так, сейчас думаю. Наверное, вот сюда. Сильно далеко не буду. Вот здесь нормальное местечко. Продувается со всех сторон. Обозревается со всех сторон. Так что сюда сейчас воткну. И можно будет уже поставить. Вот вкручивать. Ой, кто-то вокруг меня летает. Какое-то страшное чудовище. Кусучая. По-моему, паут или какой-то этот овод. В общем, короче, кто-то летает. Вокруг меня! Иди нафиг! Тебя боюсь. В общем, короче, вот я начала вкручивать. Блин, я так испугалась, как кто-то летал вокруг меня, такой жужжал вообще огромным, с какими-то ногами длинными. Коричневыми, вот он опять летит тут, ой. А, я сейчас выключу на секунду. Так я и не поняла, кто это вокруг меня летал. Ну, что-то какое-то страшное насекомое какое-то ужасное. Фу. В общем, короче, видите, я начала вкручивать. Но очень тяжело идет. Я прям себе все руки уже скрутила. Поэтому решила оставить. Это для мужских рук. Пусть мужчины этим занимаются. А я уже буду пожинать плоды их труда. Собакин гуляет. Надо прищепки сейчас снять со старой карусельки. А у меня радость. У меня, оказывается, фиговое дерево. Вот он, инжир. Нет, инжир, да? По-моему, инжир называется. Он у меня, видите, проснулся. Я его на зиму, как мне советовали, поставила в сарай. Но сарай был темный, хотя он примыкает к дому, то есть там не холодно было. Я все-таки боялась, что там, потому что там кромешная тьма, что он не выживет. Ну, ты буквально 2 недели назад выставила его на улицу, потому что уже нет морозов. Вот это, правда, засохшее. Засохший плодик с прошлого года. Надо оторвать. А вот один зелененький. Смотрите, листочки пошли. Я так удивилась, потому что он выглядел совершенным сучком мертвым. Вот, а сейчас, смотрите, на нем появились зелененькие листочки. Вот. Поэтому для меня это большая радость.
Может быть, даже инжир буду есть я этим летом. Тут вот мои анютины глазки мелкие цветут вовсю. А тут что у меня? Тут у меня растет, смотрите, экзотическое растение вечно зеленое. А здесь кустик, забыла, как называется, с красивыми цветами сиреневыми. И мои маргаритки. Вот они немножечко примерзли после морозов, которые неожиданно к нам нагрянули месяц назад. А сейчас опять растут красивенькие, хорошенькие. Посмотрите, как хоста уже вылезла из земли. Да? Везде эта любопытная моська лезет. Везде эта любопытная мосечка. Да? Моя девочка. Везде надо. Где мама, там и она. Ну и тут всякие цветочки. Эти желтенькие. Какие-то тоже они цветут весной. Потом отцветают, только одни листья остаются. А здесь эти анемоны. Такие красивые белые. Когда зацветут, я вам покажу. Видите, бутончики уже появились. Такие хорошенькие тоже. Нежные-нежные. Розочку немножко обрезала. Вот. А мята, посмотрите, как уже выросла. Уже пьем чай. Это я еще люблю в салат добавлять мяту. Тоже мне вкусно. И здесь другой сорт мяты. И здесь одна мята. А вот здесь другая. А здесь мелисса. Шпит ребенок. Вот так вот. Рядом со мной. Лапочки. Бай-бай. Пледы расстилаю и стираю каждый день. Все диваны застелила пледами. Спит. Малышка. Бай-бай. Вот стоит уже. Сейчас думаю, может, не надо было мне ее вообще покупать. У меня и старая нормальная была. Ну нет, вот я же говорила, вот эти веревочки, они здесь пластифицированы, их можно тряпкой мыть. То есть их можно помыть пластиковой, а здесь просто веревочка. И вот эта веревочка со временем, она почернела, впитала в себя грязь. И на белых, на светлых вещах, когда вешаешь мокрое, да, потом остаются черные. Черные полоски. Потом я уже, если честно, замучилась просто с этим. Перестирывала, уже просто мне это надоело. Вот, теперь осталось снять прищепки и перевесить на новую. И буду пользоваться. Хотя вот эта старая, она побольше была, вот чем мне нравится она. Это чуть поменьше. Хотя мне казалось, что по размеру будут они одинаковые. Но это чуть поменьше. Ну ладно, ничего. Я сейчас для полотенец пользуюсь сушилкой, поэтому полотенце не буду вешать. Все равно у меня меньше будет белья на улице сушиться. Полотенце сейчас очень удобно мне сушить в сушилке. Они оттуда мягкие выходят. Вообще просто класс. Это я зимой этой купила сушильную машину и просто не нарадуюсь. Замечательно. Вот. Ой, гагары опять эти, не гагары, кто там, бакланы, или как их там зовут. В общем, короче, хохочут, сидят на озере там, птицы такие. Ой, у меня здесь компост уже весь пересох. Вообще, мне знакомый-то, который у мужа, хотя я ему сказала, говорю, как твой знакомый. Он говорит, какой, говорит, он мне знакомый. Он говорит, просто мимо проезжал, я его попросил к соседям, говорит, он ехал. Вот, он попросил его землю нам привезти. Ну, что-то уже прошло... полторы недели, земли-то так и нету, поэтому не знаю, что делать. Грядки-то мои так и стоят. Хочется уже что-то посадить, погода уже подходящая. Кстати, смотрите, как петрушка заколосилась за это время. Вот, сегодня думала, мне помпу поставят, но никто мне помпу не поставил сегодня. Завтра теперь уже буду ждать, потому что надо уже поливать все. У меня вот там грядка с чесноком, с клубникой уже все засохло. Не буду же я таскать лейки.
Мне вообще нельзя поднимать тяжелое. Тяжелее 3 килограмм. Ну, вообще любой женщине нельзя, мне кажется, больше 3-5 килограмм поднимать. Вот, и теплицу надо засаживать. В общем, короче, дел полно, дел полно. Но у меня почему-то на домашнюю работу столько уходит времени. Ой, вообще, и собака теперь с этой, с белкой, которая там сейчас гуляет. Тоже столько забот. Ой, вообще. Ну вот вчера на целый день дома ничего уже не делала, не пописывала, не покакала ни разу. Все на улице, а потом еще на улице за ней убирать надо. В общем, короче, так вот и бегаем. Ой, что-то одевать. Раздевалась, что-то я. Так вот и бегаем с утра до вечера. Только вроде проснешься, уже день заканчивается. Хочется еще посидеть с чашечкой кофе где-нибудь в уголке, в каком-нибудь тенистом, приятном. На террасе. Вот так вот походить, погулять. Чапакин ходит, гуляет. Зато. Ну, что там? Уже ям тоже мне накопала. Вообще не знаю, как грядки засаживать с такими личностями, которые копают ямы. Это она мне тут все овощи повыкопает. Не знаю даже, как я буду сажать. Ну, посмотрим. Как-то буду загораживать. Поставила еще один хлеб. Печься в хлебопечку. И вроде бы все ингредиенты правильно рассчитала на 1 килограмм буханки. Но посмотрите, как у меня поднялось тесто. Это какой-то кошмар. Смотрите, она окошко все залепила. Теперь не знаю, что будет. Я еще с дуру сейчас взяла, испугалась, думаю, сейчас тесто-то куда оно лезет. Приподняла крышку, теперь там в середине образовалась дырочка, в смысле не дырочка, провалилось тесто слегка. В общем, короче, не знаю, что будет. Вот осталось 37 минут. Это вот так вот запылилось тут немножечко мукой. И, ой, собакин. В общем, короче, сделала на пробу тесто картофельный хлеб. Нашла в интернете рецепт. Все вроде по рецепту туда положила. Просто у меня пюре оставалось с вчерашнего дня. Думаю, куда же мне это небольшое такое, знаете, комочек. Жалко выбрасывать было. Думаю, сделаю-ка я картофельный хлеб. Ну ладно, через 36 минут уже посмотрим, что за хлеб у меня получится. Переживаю теперь. Может, продукты зря испортила. Вот, посмотрите, тесто прямо вот в окошко. Все окошко залепило. Ужас. В общем, вот так вот испекся картофельный хлеб. Видите? Все-таки надо поменьше ингредиентов. Вроде надеюсь, что он пропекся. По времени вроде все должно быть нормально. Звук вроде тоже хороший. Сейчас достану, потом остынет, разрежу, посмотрю. Вот, смотрите, какой огромный хлеб получился. Интересно, вкусный он побудет или нет. Попробую, скажу вам. Вот, вытащила его. Такой вот хлебушек получился. Буханочка прямо приличная. Я ставила на поджаристую корочку. Такой вот хороший хлеб. Вот единственное, что у него такая получается шапочка недопеченная. А так все, по-моему, отлично. Выглядит хорошо. Хлебушек я разрезала. Вот так вот он выглядит внутри. Ох уж эти хлебопечки. Лучше их вообще не покупать. Хочу сделать на ужин фаршированные перцы. Вот уже перцы почистила, помыла. Приготовила начинку. Фарш, рис, лук, обжаренная морковь. Здесь у меня еще овощи тушатся. Люблю, когда в подливке много тушеных овощей, морковки, лука. Вот сейчас буду укладывать вот сюда в кастрюльку. Сначала слой овощей, потом фаршированные перцы, потом опять овощи. Залью горячей водой, добавлю немного бульонной пудры. В смысле, ну, кубик. Просто у меня эта пудра россыпью. Вот куриный бульон добавлю и томатную пасту и немного сметаны. И буду тушить. Ну, минут 30-40.
Вот, и сделаю еще картофельное пюре. Такой будет ужин. Вот, порезала сюда еще паприку двух цветов, оранжевую и красную. Ну, в смысле, сладкий перец. Вот, залила горячей водой, немного куриного бульона в пудре, в порошке, вернее. Вот, а сметану добавлю побольше. Побольше. Да, побольше. Побольше мне сметаны, побольше. Попозже добавлю сметану. Вот, сейчас мне будет все это тушиться. И добавлю еще в конце укроп и петрушку. Вот такие вот перчики получились у меня. Очень вкусно. Муж уже кушает. Забыла показать тарелку. Вот, а сама я сегодня ужинать не буду. Завтра буду кушать. Но то уже поздно. Вот, так что очень вкусно получилось, говорит муж. Ну, я, конечно, попробовала. На самом деле вкусно. Вот, пишите, как вы фаршируете перцы, другие овощи. Мне интересно. Приятного всем аппетита. Желаю всем счастья. Самое главное, здоровье, конечно же, всем нам. И до новых встреч, мои дорогие. Пока-пока.